Текст закона Украины об особом статусе Донбасса, принятый в сентябре прошлого года, в целом соответствует переговорным позициям Донецкой и Луганских народных республик, опубликованным 1 сентября 2014 года, и был согласован их представителями в ходе минских консультаций. Никакие несогласованные с нами поправки в него, внесенные Порошенко, республиками не признаются. Они являются с нашей точки зрения юридически бессмысленными и политически ничтожными. И прямо нарушая дух и букву минских договоренностей, как протокола от 5 сентября 2014 года, так и комплекса мер от 12 февраля 2015, заявил заместитель председателя Народного совета ДНР Денис Пушилин в ходе пресс-конференции, посвященной поправкам в законе об особом статусе Донбасса. Вынужден констатировать, что Порошенко сделал все возможное, чтобы минские соглашения не воплотились в жизнь. По факту он имитирует согласие на мирные действия, он цинично лжет общественности, цинично лжет европейским лидерам, он отказывается от своих слов и за этот период показал, что он представляет недоговороспособную сторону конфликта.